Основными причинами гибели детей на воде является грубое нарушение правил безопасности. Купание в неустановленных местах может привести к гибели. Дети без присмотра. Трагедия начинается с этого. Соблюдайте правила поведения на воде. Купайтесь в установленных местах. Не разрешайте детям находиться в воде без присмотра взрослых. Не ныряйте в незнакомых местах. Помните о своей безопасности.